По меньшей мере, один человек погиб и 15 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в жилом пятиэтажном доме в германском городе Бланкенбург, федеральная земля Саксония-Анхальт. В квартире, где произошел взрыв, найден труп 78-летнего мужчины. На месте происшествия сотрудники экстренных служб также обнаружили баллоны со сжиженным газом. Мы все еще пытаемся выяснить, почему там были газовые баллоны. В этом не было необходимости. Насколько мы знаем, дом отапливался, сказал в частности представитель полиции, добавив, что в квартире следователи нашли и различные отопительные приборы. Сообщение о том, что на месте взрыва находились боеприпасы времен Второй мировой войны, не подтвердились. В результате взрыва осколки разлетелись в радиусе 60 метров. Спасатели, прибывшие к месту инцидента, эвакуировали жильцов, а также детей из расположенного поблизости детского сада.